экспроприация. Мое отношение к деталям определялось следующим фактом. Когда я им начал впаривать этот героин, я уже понимал, что обратно получить уже не получится. Но деньги были необходимы. Чтобы взорвать тюрьму, должна быть взрывчатка. Поэтому вместо героина в пакете был стиральный порошок «Чайка». А пацаны были серьезные, сидели по несколько лет. И многое зависело от позы, которую я принял в этот момент. Непринужденно развалившись в кресле, нога на ногу, глаза в глаза, говорю: «Ну чё, хотите, проверьте, если не верите в пацана». Выходя из кафе с чемоданом баксов, я улыбаюсь, все-таки оглянулся, понял, закричал, догадался и упал посередине улицы.